Наконец-то пришла весна, наши медведи проснулись. 3 дня их наши киперы и зоологи готовили. Им давали воду, низкокалорийную пищу, кашу с медом, овощи, фрукты. И сегодня они уже даже буянили и хотели выйти на улицу как можно скорее. Сейчас они будут находиться на прогулке где-то минут 30, и постепенно прогулки будут увеличивать, чтобы их подготовить. На обычное питание они перейдут где-то через 1,5 месяца. Сейчас их организм готовится. Когда они готовились к спячке, Роза наша весила около 600 килограмм, а Аладдин весил около 400 килограмм. За время сна они теряют в среднем где-то 30-40% своего веса. Пока мы их не взвешивали, потому что сейчас ветеринарные тренинги пока не проводятся с ними. Они должны постепенно входить в свой обычный режим. В будущем будем контролировать их вес, но зрительно их осмотрели, ветеринары посмотрели, их здоровье в хорошем состоянии, чувствуют они себя хорошо, и надеемся, что будут радовать наших посетителей.